Главное место встречи лидеров продуктового рынка здесь – это World Food. С одним из них мы познакомимся прямо сейчас. Это Полина Лаврентьева. Она представляет кофейную компанию. Полина, здравствуйте. Добрый день. Представьте компанию, чем вы занимаетесь, как она называется? Компания – это итальянская компания элитного кофе «Антика Тассатура Триестина». Скажите, у нас интересный такой атрибут в виде двух бревнышек. С чем это связано? Вроде бы кофе. Да, связано с нашим главным преимуществом – это обжарка кофе на дровах. Технология, которую они продолжают с 18 века в Италии. Здорово. А как давно представлена компания на рынке? Компания существует с 95 года, основана компания в городе Триест. Изначально это вообще кофейный культурный центр Италии, потому что это был город-порт, и поэтому кофе из этого города очень известен по всему миру. Скажите, пожалуйста, а вот в данное время не испытывает компания сложностей в поставке продукции на рынок? Мы не испытываем сложности, потому что компания эксклюзивный дистрибьютор кофе в России, изначально логистическая компания, и поэтому у нас есть свои пути выхода и обхода. И компания-производитель будет нас поддерживать, потому что мы в этом году только выходим на рынок в России, то есть сейчас многие бренды кофе уходят с рынка, а мы, наоборот, хотим зайти и занять их долю. Отлично. Скажите, пожалуйста, с 95 года компания, уже, наверное, какие-то достижения есть интересные? Да, конечно. У нас есть достижения. Например, газета The New York Times назвала наш кофе лучшим эспрессо в Нью-Йорке. Мы подаемся в некоторых европейских ресторанах Michelin. Наш кофе используют отели Kempinski Nordic, и даже у нас от них есть рекомендационное письмо. Здорово. Слушайте, но на выставке вы сегодня присутствуете с павильоном? Да, у нас есть павильон, где мы бесплатно угощаем кофе. Если успеете, приходите попробовать. И наша главная цель на выставке – познакомиться с сетями ритейл, да, которые могут и захотят поставить наш кофе на полки у себя в сетях, в то время, когда многие другие производители кофе уходят с рынка, и эти полки становятся пустыми. Полина, я надеюсь, что полки пустыми не станут, вы их заполните и выполните все цели. Спасибо большое. Спасибо вам.